Севастополь присоединился к всероссийской акции «Русские рифмы». С 1 июня по всей стране начался онлайн-челлендж. Все желающие читают на камеру отрывки из произведений известных русских поэтов. В субботу, 6 июня, в день рождения великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина, один из участников флешмоба, организатор акции в Севастополе Владимир Корниенко, прочел отрывок из романа «В стихах» Евгений Онегин. Строки из знаменитого письма Татьяне прозвучали у памятника классику русской поэзии на мысе Фиолент. «Предвижу все. Вас оскорбит печальное и тайное объяснение. Какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит. Чего хочу? С какой целью открою душу вам свою? Какому злобному веселью, быть может, повод подаю? Случайно вас когда-то встретя, вас искру нежности заметя, я ей поверить не посмел. Привычки милой не дал ходу. Свою постылую свободу я потерять не захотел». Видеоролики участники акции публикуют на двух интернет-платформах – в социальной сети Instagram или ВКонтакте – с обязательными хэштегами «Русские рифмы» и «Молодежь Севастополя». Акцию организаторы приурочили в том числе и к 12 июня, когда вся страна отметит День России. Владимир Корниенко пригласил всех жителей Севастополя принять участие в онлайн-челлендже. Сегодня, в день рождения Пушкина, 6 июня, мы приглашаем всех желающих принять участие в этой акции. Ставьте хэштег «Русские рифмы» и «Молодежь Севастополя». Владимир Корниенко рассказал, что в конце жюри выберет лучших севастопольских чтецов. Победителям достанутся ценные призы и грамоты.